Младшеклассников из микрорайона Садовый в новом учебном году намерены развозить на автобусах в три образовательных учреждения – 64-ю, 29-ю и 12-ю школы. Для этого выделили 6 автобусов. Родители учеников прокатили по одному из запланированных маршрутов. Начинает свой путь автобус с остановки микрорайон Садовый. Далее едет по улице Богдана Хмельницкого и выезжает на 30-ю автодорогу. Исследует до ворот 29-й школы. Родителям такой маршрут показался удобным и довольно быстрым. К тому же теперь им не придется переживать за судьбу своего малыша, пока он будет добираться до школы. Я спокойна, то, что вот детей привезут сюда, встретят. И остается нам только встречать. И по времени занимает очень немного времени. Ну сколько примерно? Ну минут 20-30 максимум. Всего по Чебоксарам будут курсировать 11 школьных автобусов. Они будут перевозить порядка 600 детей до учебных заведений в тех районах, где есть проблемы с транспортной доступностью. Это микрорайоны Садовые, Соляное, деревня Чандрово и Заволжье. Конкретно из Садового будут перевозить около 400 детей. За каждым автобусом закрепят сопровождающего, который должен встречать детей каждое утро и вместе с ними ехать до школ, а после уроков сопроводить обратно. Их выберут из числа сотрудников образовательных учреждений. Автобус, да, будет совершать несколько рейсов. Утренний рейс – это с 7 утра, чтобы детей привезти уже к первой смене на занятия. И второклассники, которые будут обучаться во вторую смену, также автобус будет организован, организована будет перевозка. Часов с 11 сделаем плавающее расписание. Мы как раз отрабатываем пробный маршрут, где будем родители определять точки сбора детей. Но, скорее всего, как по прошлому году, это будут остановочные пункты маршрутных транспортных средств, на которых детей будут встречать сопровождающие, высаживать их в автобусы и сопровождать до образовательного учреждения.